Всем привет, на связи я, Андрей Нестеров. Итак, у нас 21 день и традиционное взвешивание, еженедельное. По весу, по табличкам они сейчас должны быть в районе 850 грамм. Я посмотрел по интернетам, 850, 840, 850, в общем, неважно, округлим, 850 грамм. По двум клеткам у меня сейчас здесь 7, здесь 8 сидит, один нас тоже покинул, который с карантина. То есть на карантине сейчас двое находятся, один умер. И мне кажется, что в принципе они сейчас вот 15 штук, 15 цыплят, вполне себе могут и в одной клетке поместиться. Нормой считается на 1 квадратный метр 28 голов бройлера. У нас сейчас их 15, клетки у нас где-то по пол квадратного метра каждая. То есть, в общем-то, 15 штук можно и в одну клетку пересадить, им только теплее будет. Ну и что, и начинаем наше взвешивание. Вот этих взвешу, которые у меня в этой клетке. Тихо. Да спокойно ты. Давай. Опа, 795. Что, получается, мы перегоняли, а теперь не догоняем, что ли? В прошлую неделю, если вы помните, у нас в основном на 100 грамм были цыплята потяжелее, чем они должны быть в этом возрасте. А сейчас они не догоняют немножко. Давай ты. Тихо. 700 грамм. Тихо. 840. Ты клюешься еще, что ли? Слушай, я ж тебя не в кастрюлю пихаю пока. Посиди немножечко. Вот. Но это тоже ближе к норме. 830. Ну вот. Оставил нам здесь кокулю. О, вот этот хороший. Почти килограмм. 994. Ничего себе. Вот этот больше килограмма. 1 килограмм 5 грамм. Вот смотрите, вот этот самый здоровый сейчас на данный момент. Ну-ка. Вот этот какой-то дохлый. Вот этот 500 грамм. Выглядит тоже неважно. Тоже отсадить тебя. Да, пожалуй, так и сделаем. Здесь его в любом случае затопчут. Переставлю им лампочку сюда, вторую. Пусть сидят в одном. Сейчас получается в одном ящике у нас 14 штук. Это нормально. Конечно, так себе решение проблемы с перенаселением, но что поделаешь, вот так вот получается.
У нас день 22. У нас 17 цып. Осталось двое в карантине. И 15 штук вот здесь сидит. Кстати, кто говорит, что здесь холодно, так здесь комары летают. Сейчас я видел парочку. Вот здесь летают комары, уже проснулись. Вообще сейчас за бортом минус 6. То есть пару дней еще будет ночью минус 6. А потом пойдет плюс. И даже до плюс 6 будет ночью. Ночью до плюс 6 будет доходить на этой неделе. Очень жду. А сейчас отправляю. Сейчас детей в поликлинику повезу. Ваня будет сдавать анализы. Тоже его комарик будет в пальчик кусать. Вот мне предстоит сейчас, конечно, такая затея. Очень он не любит эти анализы. И уже вчера заранее себя негативно подготавливал. Сейчас придется это как-то разгребать. 23-й день у нас. Вчера Ваня сдал успешно анализы, кровь. То есть он даже не ожидал, что это так быстро пройдет. Он волновался. Ко всем, кто выходил из кабинета, он подходил, спрашивал, как там в этом кабинете. Не режут, не убивают. Оказывается, нет. И сам, когда сел, сначала начал там, типа, нет, давайте-ка потом, я передумал, и тем временем медсестра ему тык, он, а что, все, что ли? Вот, нормально, прошли мы этот этап. Почему 20-й день половинный я назвал? Вот я его назвал, но объяснить забыл. В общем-то, я планирую цыплят держать до 40-го дня, то есть 40 дней, чтобы они у меня прожили. Поэтому половинный, пояснительная бригада вот у нас выехала. Сегодня у нас минус один из карантина. Будем надеяться, хотя бы один выживет. Вот там сейчас один остался. И 15 у нас в общей клетке. Вон они там сидят. Все у них хорошо. Всем привет. Улина с Андреем трагедия. Они в отъезде. Поэтому за животными присматриваю я.